Скандинавская ходьба, физкультура, бассейны, конечно, куда же без танцев. Ольга Викторовна в свои 60 живет яркой и полной жизнью. В активное долголетие пришла полтора года назад. С тех пор обзавелась единомышленниками и активно принимает участие в акциях. В этот раз она с долголетами отправилась в Голицынскую школу номер один с важной миссией – организовать танцевальный флешмоб ко Дню России вместе с детьми. У нас будут определенные движения с флагами России, где мы будем показывать любовь, свою поддержку нашему правительству, любимому президенту нашей стране. 85 человек, 60 из них пенсионеры. Эти люди – настоящий пример для подражания, уверена Марина Ехвик. Люди, которые уже достигли определенного возраста, но еще настолько полны сил, настолько активны и настолько интересны, потому что им есть и чем поделиться, и с младшим поколением что-то рассказать, интересное показать, и показать то, на что они способны. Долголеты проводят совместные мероприятия с детьми уже не в первый раз. Это отличная возможность поделиться своим опытом с ребятами и узнать много нового у молодого поколения. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».